нас такой шикарный самолет. Вот телевизор. И вот так вот привет, да. Кресло. Так вот, длинный самолет. Компания Аэростан. Смотри, показывай здесь, что есть. Ну, давай я сяду сначала. Вот такие чарные подарочки. Наушники. Наушники. Потому что здесь самое хорошо, да, есть зарядка. Телевизор, зарядка. Время короче, пройдет незаметно. Все условия для приятного полета. Подарили вот такой нам презентик. Сейчас мы распакуем. Интересно, что там содержится. От компании Air Astana. Так, вот такие беруши. Затем очки. Не очки. Для спанья. Да, маска для спанья. Если вы хотите покушать, разбудите меня в приеме пищи. Wake me up for me. Mm-hmm. Если не хотите кушать, don't disturb. Не беспокойтесь. Затем носочки такие. Носочки. Очень удобные, мягкие, серенькие. Да, чтобы можно было обувь снять и надеть носочки. Mm-hmm. А затем зубная паста. Утром проснуться, почистить зубки. Да. Это крем для рук. Крем для рук. Ручка. Ручка. И подушка. Подушка. Надувная. Надувная подушка. Все это лежит в пакете Air Astana. Это подарочек. Вот такой подарочек от компании Air Astana. Я не стала холодно, принесли вот такой хлеб. А я в кофточке. Кофточки. Мне не холодно. Что у нас здесь есть? Можно узнать здесь по карту полета, где мы находимся.
навигации мы видим, мы находимся почти около Пекина. То есть мы пролетели где-то половина пути, до Бангкока половина пути. Дальше что можно здесь еще посмотреть? Так, погода. Какая погода? В Гонконге 29 градусов. Сейчас днем 33, вечером 28, да, ночные. My Wi-Fi подключаемся. То есть здесь у нас идет 25 мегабайтов, нам дает стартовый пакет. Вот. Можно зайти также в интернет, чтобы проверить почту, в социальные сети зайти. Для этого нам предлагают купить ваучер, использовать оставшиеся 25 мегабайтов, но это, конечно же, очень мало, или купить за $5. Предлагается 50 мегабайт. Можно его купить всего лишь за $10. Супер, это выходит 100 мегабайтов за $20. Вот, очень удобно. Но нам интернет, в принципе, сейчас не нужен, поэтому деньги мы не будем тратить. Мы сейчас наслаждаемся просмотром фильмов. Вот мы и прибыли в Гонконг. Сейчас 8 часов утра местного времени. У нас еще в нашем распоряжении можно походить здесь, побродить, найти какую-нибудь кафешку и покушать. Или съездить в город. А? Нет. Или съездить в город. Город не надо. Всего лишь 18 тысяч тенге. Да. Экспрессе, да, всего лишь 18 тысяч тенге стоит съездить в город. Одного человека. Туда-сюда. Такое большое удовольствие. Но зато знаешь, какие впечатления? Ну, может, мы пешочком. Нам нужно на транзит. Пешочком пройдемся. Так, а какую нам сторону идти? Не знаю. Вот такая лестница, чудесница. Там вот идет Лена вдали. Такой огромнейший аэропорт. А такие машинки ездят. Сейчас нам надо найти зону транзита. С Аэростаны, куда нам идти? Вот трансфер Е1 или Е2. Терминал что там? 1. Значит, туда нам надо, да? Е1. Короче, нашли мы свой транзит. Вот Е1 здесь. Но еще время рано. Так что мы идем и гуляем. Здесь прям холодно. Ужас, все так цивильно, все автоматизировано, такой огромный аэропорт. Огромнейший, огромнейший. А? Ну все равно по сравнению с нашей Алматой. В Куала-Лумпуре поболее будет. Ой, как холодно. Ребята, еще до регистрации нам часа 4, наверное. 3,5-4 часа. Ой, так холодно. Я вот сейчас прилегла на скамеечку. Прям замерзла. Курточку надела такую тоненькую. Надо было что-нибудь потолще взять. Лена там спит без задних ног. А я вот никак не могу уснуть. Вот так вот лежу и жду. А, у меня там пересадка была. Мы так замерзли, страшно. Сейчас немножко прикорнули и идем гулять. А куда гулять идем? Куда глаза глядят?
Лена, мы же хотели в туалет сначала сходить. Так туалет же вон. Ты хочешь в ту сторону пойти? Ну пошли. Пойдем, я тебе покажу кофе. Кофе, который стоит $34. Может, я неправильно поняла? Но она говорит, можно на доллары. Если, говорит, могу сдачи, говорит, дать вам. Это ты сказала через переводчик, что ли? Нет, я просто сказала. Я говорю, кофе. Кофе, говорю. Туда подойдите. Ну, на своем. Лопочет там что-то. Пойдем цены посмотрим. Здесь. Здесь кофе нет. А, здесь кофе есть тоже. Есть, вот, смотри. Где? Ну вот, например, это 40. 40. Стоит еда. 40 умножить на 50. 2000 тенге. Почему? Нормально? Ла, кофе. Зачем кофе? Кофе 50. Это вот это все завтрак. 58. Ну, 60 умножить на 50. 3000 тенге, вот это все. Как завтрак. Туда входит холодные напитки, лимон и напиток. Вот же их не цены. Да я не здесь смотрю, я пошла туда, кофе посмотрела там. А, после полуденный чай. Давай возьмем набор. Сколько стоит там? 40 это сколько? Долларов. Здесь подороже, да, Саша? Смотри. 34, Ромео. Там что? 34. Долларов. А? Ну вот я говорю, но смотри, $30 кофе. Почему кофе такой дорогой? Значит, у них такое. А? Это не долларов, это сингапурских долларов. Сингапурских долларов? 25 умножить на 50. И сколько это? Тенге, 1250. А вот на втором... Раз это, ребята, сингапурские доллары. А я думала, это американские. И офигела. $1, 7 таких долларов. А здесь же можно? А? Вон там я увидела. Вон там, мне не сказали, я сама увидела. Цены. Доллары. Вон, видишь? Латте. 38. Мне не надо, мне. Завтрак 45 сингапурских долларов стоит. 2250. Сколько народу здесь сидят? Ну, можно взять что-нибудь кофе попить. А вот это 15, 11, это что? Это напитки, что ли? Вот вода. Такой огромнейший аэропорт в Гонконге. Сейчас мы пойдем в поисках кофе. Кофе здесь стоит где-то 30 сингапурских долларов. Вообще, это аэропорт очень огромный. Вот мы сейчас находимся в первом терминале. А есть еще второй терминал, который находится далековато. Допустим, до 40-го гейта надо добираться поездом. Пешком не пройти. Также всевозможные услуги для народа. Туалеты у них очень классные, автоматизированные. Здесь вот стоят кулеры для воды, телефонные аппараты, банковские аппараты. И, короче, всякие-всякие услуги для прилетающих и отлетающих. Так, вот здесь такое информационное табло. Можно взять трансфер до острова Макао, экскурсию. И вот все... прибывают с этого, с этих островов, но не только с Макао, еще с других островов. Так что здесь туристов тоже хватает. Здесь зона дьюти-фри, здесь ароматы всякие. Там вон какая-то duty zero написано. Это, наверное, продукты и спиртные напитки. Так, хотим подняться на второй этаж.
не знаем, как попасть. Вот что значит языковой барьер. Здесь вот можно взять горячий кофе разный. Можно взять какой-нибудь бутерброд и подогреть здесь. Лена, возьми какой, себе и мне. Сколько это получается? Я выберу какой-нибудь сэндвич. Так, выберу сэндвич. Лена, я взяла вот такую по 20, только не знаю, что это такое. Еще одну взять? Это стоит 20. Это в микроволновке можно. Это курица? Ну. Ножка курицы. Может, еще одну взять? Одну другую взять еще. А? Бутерброд еще взять? Так, бутерброд. Вот такой. Вот мы здесь взяли бутербродики, курицу, кофе. Кофе прямо горячее, с пылу жара. И сейчас бутербродики и курицу подогреют в микроволновке. Ну, не знаю, посмотрим. Ой, что-то здесь столько народу. Я пока в пакет положу. Давай сюда я пакет положу. Лена, кофе давай. Кофе же горячий. Дай кофе свое. А что-то у тебя холодное. Вот Лена греет бутербродик с курицей. Сейчас пойдем где-нибудь сядем и перекусим. Вот мы сели сюда на сиденье. Сейчас будем обедать. Вот такой горячий кофе. Mild Black. 12 сингапурских долларов. Ой, ну гонконгских. А этот? Это 7. А это как называется? White, крем white. Курочка, ножка, 20. Это сэндвич 17. Сэндвич 17. И в общем получилось у нас 56. А на тенге это сколько? Ну ладно, черт с ним. Дай мне его, Лена. Вот такие интересные для коллекции. 10. А здесь сколько? 5. Нет, цены такие приемлемые в 7-Eleven. Ну, туда очень много народу ходят. Очень удобно сразу вот взять горячий кофе, подогреть сэндвичи, курочку. Вот сейчас будем обедать. И всем, кто обедает, всем приятного аппетита. Здесь вот такие мощные кондиционеры. Вот такие кругленькие, вот сверху они. И прям продувают так сильно-сильно. Вот они, видите? Это их не кондиционеры. Здесь информационное табло. Здесь табло рейсов. Также у них вот так вот урны подразделяются по цветам. Вот для мусора, для пластика, для баночек и для бумаги. И вот такая стойка
сканировать ваш багаж, написано. Короче, очень развитая страна, Гонконг. Вообще, я вот сколько летала во все страны, и первый раз вот такая в аэропорту, вот такая вот холодина. Очень здесь холодно. Везде такие мощные кондиционеры. Жалко, что в городе мы не побывали. Говорят, Гонконг очень красивый город, очень развитый. Вот. И такие у нас впечатления об этом аэропорте. Вот, наконец-то прошли паспортный контроль и поднялись наверх. Здесь так светло, такой огромный зал. Здесь зона дьюти-фри. Косметика, продукты, вина и все такое. Идем к нашему 11-му гейту. Лена там что-то увидела из бижутерии. Но, по-моему, здесь нельзя снимать. Тебе надо сфотографировать? А? Красиво, но нельзя снимать здесь. Вот такие гонконгские цены. Сейчас будет как ругать. Вот ожерелье 3490. Часы 3290. Так, 3290. Смотрите, какое оформление классное. Да, кристаллы, все переливается всякими огнями. Очень все красиво. Вот так вот наверх можно подняться на второй этаж. Вот здесь вот какая красота. Смотрите, вот оформление такое необычное. Очень все красиво. Там Rolex виднеется. Идем к нашему гейту, к 11-му гейту. Вот 10:36. Туда по стрелке мы идем. Здесь можно на лифте также подняться. А мы поднялись по эскалатору. Здесь ряд кафешек. Кофе. Starbucks. И что, вот наш как раз 11-й. Лена, вот же 11-й, да, рядышком здесь. 11-й гейт наш. Оказывается, не так далеко. А вот здесь выход на посадку. Такие часы шикарные. Вот наш рейс КА-729. Вот по этой трубе мы сейчас сядем на посадку. Вот здесь такой аэродром. Вот самолеты. Разные. Там виднеется город и горы. Вот это вот зал ожидания. Скоро полетим в Куала-Лумпур. Такие у них шикарные туалеты. Все так красиво. Зеркала. Там такое панно. Туалеты, конечно, у них шикарнейшие, автоматизированные. Ой. Здесь вот такая вот, руки можно здесь заражить. И автоматически смыть. И везде, в каждой кабинке, вот такие картины. Эта картина, оказывается, как будто живая. Вот видите она. Тут бабочки оживают, цветочки шевелятся.
В общем, красота. Вот другой рисунок встал. Цветочки как будто распускаются. Вообще такая прелесть. Красота. Очень красиво. Такая вот, такое вот изображение необычное. О, очень красиво. А вот бабочка летит. Смотрите, розы распускаются. Ой, красота. Beautiful. Wonderful. Смотрите, какая красота в туалете. Не надо же. Такое. Сейчас будет другое изображение какое-то. Вот еще одна бабочка. Эти все распустились. Сейчас вот погасло, и вот другой рисуночек здесь. Просто чудо какое-то. Красиво, очень красиво. Очень красиво, очень. Сейчас вот совсем другое изображение будет. Это вот в туалете такая красота.